Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Подмосковье, в музее танка Т-34. Это Дмитров. За моей спиной, видите, идут душманы. Сегодня здесь реконструкция. Реконструкция одного из сражений времен Афганской войны. Собственно, давайте покажу, как это все проходит. Погнали! Учитывая важность операции, от каждой группы люди работали, что называется, на износ. Постоянная боевая готовность, невозможность выйти под ним. Кроме того, приходилось действовать с подготовленными и хорошо разобранными местами. Но приказ есть приказ. Выполняя договоренности между правительствами СССР и демократическими правительствами. Посвященные Дню защитников Отечества. Я подозреваю, что кто-то, может быть, узнает людей, которые живут с вами, ну, может быть, не в одном подъезде, но в одном городе точно. Как вы видите, реконструкторы сегодня были и по стороне душманов, и по стороне советской армии. Напомню, что реконструктор – человек, который сохраняет...